Итак, ребята, дача музей Ярошенко, художника Ярошенко. Вот снимаю его картины. Давайте посмотрим. Ярошенко, хор, 1894. Очень интересно передавал непосредственно все начертания лица и вот ребятишек. Очень красивые картины. Это город Кисловодск, январь 2024 года. Вот интересно такой холст, хор. В рамке сделан очень того времени, скорее всего. Вот очень такая богатая, насыщенная картина.